Следующая остановка – торговый центр. Уважаемые пассажиры, в соответствии с постановлением правительства Тюменской области о введении режима повышенной готовности при проезде в общественном транспорте с 8 июля не допускается нахождение в транспортном средстве лиц без надетых санитарно-гигиенических масок. Центр. Следующая остановка – улица Пермякова. Следующая остановка – Дом культуры «Строитель».